Бесплатные крупа, сахар и чай, корзины добра возвращаются в Ульяновскую область. В этот раз акция помощи проходит для жителей ДНР и ЛНР. Тележки для пожертвования продовольствия стоят в 50 магазинах региона. Всего за пару дней удалось собрать продукты питания для первой партии помощи 5 семьям с детьми. Каждый по 3 пакета продовольственных товаров. Некоторые люди, которые приехали, вынуждены переехать временно на территорию Российской Федерации, ну, порой в скором порядке собирались, уезжали, не имея финансовых возможностей. И поэтому эта помощь не лишняя им для жизни, а там много детей. Воплотить акцию в жизнь активистам ОНФ помогают волонтеры некоммерческого объединения «Счастливые люди». Совсем скоро общественники реализуют еще один совместный проект, касающийся досуга наших гостей. Для старта ждут улучшений ПИД-обстановки. У нас волонтеры готовы помогать, и, собственно, молодежь КНФ готова подключиться к этой работе, вузовские центры. Они готовы проводить разные мероприятия там, образовательного характера, мероприятия, направленные на творческое развитие человека, ну и, собственно, ребенка. Да, то есть эта готовность есть. Для жителей из регионов Донбасса такая поддержка со стороны не просто материальная помощь в непростое время, настоящая моральная опора. Самое главное, что ваши ребята, также наши ребята, ну, они нашим помогают, конечно же. Самое большое, что могла сделать Российская Федерация, то, что вы нас приняли, то, что вы так хорошо к нам относитесь, то, что вы так много приносите нам и нашим детям, это, конечно, очень важно, огромное вам спасибо. Стоит отметить, продовольствие из корзин добра не только для приезжих гостей. Часть продуктов отправится через волонтерский штаб прямиком в регионы Донбасса для местных жителей.